Шпажистка Елизавета Маркина совсем недавно завоевала бронзу на двух чемпионатах России и на чемпионате Беларуси. Фехтованием девушка занимается более 10 лет. Свое мастерство в этот раз показывает на празднике спорта в Самаре. Областная столица масштабно отмечает День физкультурника. Это такой необыкновенный праздник, когда мы все сплочаемся. Тут очень много видов спорта, очень много моих знакомых, друзей. Праздник объединения. Все мы здесь объединяемся, дружим, хохочем. Такие праздники просто необходимы нашему городу, потому что фехтование, как и любой другой вид спорта, необходим как детям, так и взрослым. Мне очень приятно, мы уже не первый год выступаем на Дне физкультурника, и приятно, что дети подходят и смотрят, интересуются. Фехтование в России одно из самых сильнейших. Видно, что молодежь, дети, им нравится, и они идут и записываются на секцию фехтования. В этом году День физкультурника россияне отмечают в юбилейный 85-й раз. На набережной для жителей города обустроили 45 интерактивных площадок, на которых жители пробуют свои силы в разных видах спорта. Это и любимые всеми баскетбол и волейбол, и различные боевые искусства, и стрельба, и даже парусная регата. Для самарцев подготовили показательные выступления парашютистов и летчиков. С каждым годом День физкультурника становится все старше, все насыщеннее, все многообразнее. Все большее количество людей начинает заниматься регулярно физической культурой и спортом. Любой уровень власти, неважно, это муниципалитет, либо область, либо Российская Федерация, вкладывает максимум усилий для популяризации правильного, здорового образа жизни, чтобы дети наши занимали физическую культуру и спортом, чтобы они переходили в спорт высших достижений, завоевывали медали, награды, становились лучшими не только на всероссийской, но и на мировой арене. Впервые к празднику присоединились поклонники совсем молодых видов спорта. На набережной организовали площадку Федерации гонок дронов. Теперь это официальный вид спорта, и мы выращиваем пилотов, спортсменов, которые будут принимать участие в дальнейшем в гонках и представлять нашу Самарскую область. Завершился День физкультурника масштабным и зрелищным ночным забегом «Огни Самары». Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События.